Всем привет, девчонки мои! Посмотрите, какие невероятно красивые туфли я нашла. Какой красивый у них декор. Как они утонченно будут смотреться на ножке. И это не просто красивые туфли, а еще от известного бренда Cartier. Этот бренд постоянно на слуху, так как считается одним из самых престижных производителей ювелирных изделий. А в 2018 году он занял 59 место по версии Forbes среди самых ценных брендов. Размер 39, есть небольшие и неглубокие царапины, возможно, каким-то белым кремом это можно и убрать. Сильно заношена подошва, вы видите. Я их не взяла, девочки, но если кому-то уж очень хочется, вы сможете их реставрировать, пишите в комментариях, я вам их обязательно куплю. Ну и, девочки, среди обуви, ту, которую завезли нам, конечно, нету новой, нету хорошей и достойной. Показываю то, что есть. Беру вас с собой просто в магазин и показываю весь обзор. Не нужно писать мне гадости в комментариях, что это мусор, что это хлам, это секонд-хенд. И я показываю то, что есть в наших секонд-хендах. У нас нету, к сожалению, новых вещей, новых сумок. Я бы очень хотела показывать вам достойные вещи, но показываю то, что имеется у нас в магазине. И, к сожалению, такая обувь попадает к нам уже в заношенном состоянии, и это то, что успела я поснимать, потому что с первый день завоза расхватывают ее моментально, но есть и достойные кожаные экземпляры, которые можно привести в порядок, помыть, накремить, и они засияют новой жизнью, заживут. Вот такие, например, интересные туфли с интересным мысом, с интересным декольте. Кожаные, в размере 39,5. Конечно, их носили, и по ним очень-очень видно. Но, например, такую пару обуви мы можем сейчас купить за 90-100 гривен, да, грубо говоря. А новую пару обуви вы за такие деньги не купите. Поэтому, если их помыть, привести в порядок, то это будет достойная обувь, а не та обувь, которая нога не будет дышать и ей будет некомфортно. Вот такие Clarks нашла, черные, под рептилию. Размер, скорее всего, 37-38. Я не нашла маркировки. Рассматривала, честно, девочки, искала. Со всех сторон заглядывала. Но так мне и не удалось найти. Но зато я увидела потертость на правом. Вот, видите? Такая царапина. Дальше на рубашках в мужском отделе полосатик нашла, успела уронить. Одной рукой не совсем удобно делать, снимать, подворачивать, заворачивать. В общем, стараюсь. Без помощника очень плохо. Нужен кто-то, кто бы снимал меня со стороны. Иногда меня снимает моя Вика, но у нее детские руки, она трясет камеру, и тоже не совсем интересно получается вам потом смотреть. Вы мне пишете тоже плохие комментарии. Но ничего, я не расстраиваюсь. Я показываю вам то, что считаю нужным, то, что нравится мне, то, что нравится моему внутреннему миру. Смотрите, какой интересный жакет. Очень красивые пуговицы. Внизу накладные карманы, но это, девчонки, полиэстер. Я уже вижу образы с этим белым жакетом, настолько он будет богато и эффектно смотреться. Но это полиэстер. В этот раз, идя в магазин, я пыталась найти именно блузу с каким-то зеленым орнаментом. Это блуза немного с зеленым, но не то, что я хотела. По составу вискоза, хлопок и 15% лен. Она осталась в магазине, девочки. Если кому-то нужна, пишите. Вот это, по-моему, 20 размер. Красивые кофейные оттенки. Есть блеск. Вот темно-коричневая вышивка. Немного блестит. Принт огурцы, по-моему, называется такой. По составу, конечно, полиэстер, но уж очень красивая расцветочка. А, даже 22 размер.
Вот, память уже отказывает. Не помню, дома прихожу, абсолютно не помню, какого размера что было. Хлопок, да, и полиэстер там. Красивая туника в восточном стиле. Видела у Зары. Есть подобные, ну, по бокам разрезы, как пляжные туники. Это без разрезов, кажется, по бокам. Она сплошная, но красивое сочетание цвета мне нравится. Расцветка сама. И мелкие пайетки приклеены на цветах. Красивый вырез у горловины. Дальше. Интересная майка. Она прям горчичная такая, настолько приятная на ощупь. И она вискоза. Вот я сначала думала, что это полиэстер. Оказывается, это такая вискоза гладкая. 12 размер. Next. И по верхним вещам, вот что меня сегодня зацепило, это жакеты, пиджаки, которые находились среди верхней одежды. И я знаю, что у многих секонд-хенд не возят сейчас верхнюю одежду, а у нас и летом, и круглый год продаются и пальто, и шубы, куртки, все, что хотите. Интересный принт, хлопковый жакет такой, и я его взяла, примерила прямо там у зеркала, которое было за стойками, за этими. Это, по-моему, полиэстер куртка. Вот такая темно-синяя, в 10 размере. Строгая, лаконичная. Ну вот именно мне такие модельки нравятся. Я бы такое носила. Люверсы красивые. Вертикально. И много было вот таких кожаных, длинных, прям в пол плащей. Их даже три, кажется, было. Сейчас я покажу. Но они такие заношенные и в таком гадком состоянии. Даже не пыталась их примерить, как они сядут на фигуру, потому что страшно было. Во-первых, там, мне кажется, в этом секонд-хенде не моют пол. Если вещь упала, то она вся в такой пыли. Вот где антисанитария у нас там прям просто. Красивая расцветка у пальто. Смотрите, какие катышки. Даже не смотрела на состав, вижу сразу, что не шерсть. Крой хороший, фасон, но не шерсть. И цвет. Цвет, конечно, огонь. Вот такое полупальто кожаное, еще одно. Я почти уверена, что это шерсть. Посмотрите, какая клетка. Настолько он яркий. С карманами, однобортный. Очень красивая подкладка внутри. На ощупь приятный и новый. Цвет не выгорел. Вот прям новый-новый-новый такой. Вот его хотелось примерить сразу же. Что я и сделала, собственно говоря. Среди бирок нашла только вот эту. Какой-то королевский герб. Думаю, что вещь винтажная и достойная. Посмотрите, как классно сидит. Сама себе. Здесь я закрываю свет. И не совсем видно яркость его. Все передается в тусклых тонах. Ну уж простите, девочки, я торопилась на работу. Это было в 8 утра, на 9 мне на работу. И я быстро снимаю видео. И еще что-то пытаюсь примерить, чтобы вам было хоть немножечко понятно, как эта вещь сядет на фигуру. Потому что мы уже так работаем, практикуем. Девчонки мне пишут. Работа кипит. Я бегаю, покупаю, пересылаю эти вещи. Ну, мне это нравится. Очень классно смотрелся. Я еще внизу у меня лонгслив белый. Я на самом деле тоже в клетчатом пиджаке шла на работу, только у меня белая с черным клетка и немного удлиненный. Мой пиджак висит тут же на стойке, пока я примеряю эту яркую красоту. Я также примеряла с одной пуговицей вот такой пиджачок. Посмотрите, кстати, кто-то мне писал, то ли в Инстаграм, девчонки. Обратите внимание на вот этот пиджак с одной пуговицей. Кто-то у меня просил, сейчас даже не найду по комментариям, по переписке. Но вы меня найдете быстрее. Напишите мне, кому он приглянулся сейчас, пишите. Я его куплю, он невероятно классный. И в хорошем, отличном состоянии. Стильный, стильный такой.
В данном жакете, ну, все так собрано, и пэтчворк, и цвета, такие, как я люблю, приглушенные, пастельные, качество, как хлопка, такое плотное. Посмотрите, какое, я прям пыталась вам показать, донести в экран, настолько это интересный фасончик, какие пуговицы, кнопочки, меленькие такие. И тоже в новом состоянии, он классно сел на фигуру. Вот и полоска, и ромбы, колор-блоки. Все у него настолько трендовое. И сейчас посмотрим составчик. Это лен и хлопок. А, нет, это хлопок, просто хлопок такой. Мне нравится, не знаю, девчонки. С одной стороны, напоминает пижамный стиль, с другой стороны, что-то такое абстрактное. Мягкое, домашнее, уютное. Под джинсы классно. И как кардиган, и как жакет. Ну, интересная модель. Мне кажется, хорошо бы было со светлыми брюками, с темно-коричневыми брюками. И, кажется, 12 размер. И нашла вот такой пиджак, где рукав, как у футболки. Очень классная полоска. Я по полоске прям вообще сейчас схожу с ума. Опять-таки, мой белый лонгслив идеально подошел. Нравится мне тоже эта вещица. Если долежит до последнего дня, пойду куплю себе. И увидела в отделе юбок юбку в 22 размере, кажется, вискозная, в белый горох. Не короткая, девочки. И соединила эти два принта. Прям привесила, мерять уже не успевала. Вверх полоска, внизу горошки. И я бы сюда еще добавила сверху черный ремень и вот так завязать красивым узлом, как сейчас делают в Инстаграм многие. Было бы вообще супер. Показываю вам, что юбка вискозная. Хорошее состояние. Мне кажется, немного у пояса есть какая-то как растянутость. Но если носить ее и вместе с каким-то поясом сверху, то будет идеально. И уже при выходе обнаружила вот такую белую красивую майку. Собственно, я ее купила и отправлю к себе в Инстаграм-магазин. Всем пока! Спасибо за просмотр!